Здравствуйте, девчонки! Вы в преддверии большого, интересного и очень сложного курса. Для кого этот курс? Курс трансформации лица. Этот курс для тех девчонок, которые упорно не хотят сдаваться, которые в 25 хотят выглядеть на 25, в 35 на 25, в 45 на 25, в 65, ну ладно, на 30, на 30. Как это возможно? И возможно ли это вообще? Дело в том, что наше лицо очень сложный орган, трехслойный как минимум. И мы с вами будем заниматься не кожей, потому что кожей занимаются косметологи, пластические хирурги и вся эстетическая медицина. Мы с вами будем заниматься мышечным слоем и костным слоем. Мы будем с вами работать очень-очень глубоко. Просто ли это? Точно не просто, потому что от вас требуется внимание, от вас требуется желание разобраться в этих возрастных процессах. Если старость, точно нет старости и точно нет старения лица. Это просто вопросы запущенности. Есть ткани, которые съехали, куда им не положено. Если мы знаем, куда обычно они съезжают, мы точно можем их вернуть на место. Как строится наш курс? У нас с вами будет 6 встреч. Встречи в скайпе. Я вас вижу, а вы видите меня. И вместе мы занимаемся по определенной схеме. Каждое занятие – это новая тема. Например, первое занятие мы будем заниматься шейкой. Наверное, вы замечаете, что шея как-то выглядит не так, как-то платья не так сидят и так далее. Это проблема осанки. Если мы сделаем шейку более длинную, более цилиндричную, более тоненькую, с талией шеи, если мы берем холку, которая так вот ненавистное такое образование в районе 7-го шейного позвонка, то мы с вами получим принципиально другую эстетику. Если вы думаете, что вас читают по морщинкам, даже переставайте об этом думать. Не по морщинкам вас читают, ваш возраст. Ваш возраст считывают по осанке, по походке и по манере двигаться. Поэтому давайте исправим одно, самое главное. На первом же занятии мы будем с вами заниматься зоной декольте, но она должна быть идеальная, согласитесь. На первом занятии мы немножко приподнимем грудь, немножко удлиним талию и разберемся с всеми ненавистными складками на вашей шикарной сексапильной спинке. И это всего лишь первое занятие, работы очень много. Второе занятие у нас будет посвящено волосистой части головы. Наша задача, чтобы прическа стояла, согласны? Чтобы волосики блестели, и чтобы вы могли сделать укладку то так, то эдак, и под лицу все к лицу. Вот наша задача вернуть это состояние. Для этого нам нужно разбудить ткани затылочной области. Если ткани затылочной области зацементировались лет 16 назад, то о какой прическе и о какой живости вашей шевелюры можно вести речь? Есть небольшое пока количество девчонок, которые говорят, что представь, Лена, седина уходит. Ну, я очень рада за них, и я надеюсь, что мы очень на правильном пути, потому что улучшение кровоснабжения – это работа со всеми признаками старения. Если кровоснабжение классное на 25, то ваши ткани точно 25 лет, даже не 35 и не 65, а именно 25 лет. На этом же занятии номер 2 мы с вами будем заниматься лбом. Ну, давайте я покажу на себе. Представьте, что происходит с эстетикой лица, когда все ткани волосистой части головы падают на ваши бровки. Как я вам, девушки? Правда, я симпатичная? Как вам моя новая губная помада? Наша задача будет убрать все эти ткани восвояси, они залезли просто не на свое место. Это не старость, это свалившиеся ткани. На втором же занятии мы будем с вами заниматься височками. Посмотрите, как сногсшибательно выглядит, когда висок падает на наружный угол глаза. Посмотрите на мою межбровку, вам хорошо видно? Можно, конечно, надевать любые платья и делать любой макияж, но это не скроешь. А если мы уберем височную мышцу во свояси, поставим ее выше, немножечко сзади, мы решим все проблемы этой области. Вот такие у нас классные перспективы. Третье занятие, оно очень сложное, и оно будет касаться круговой мышцы глаза. Именно эта мышца
с возрастом деградирует и приближается к переносице. Представьте, соответственно, провисает верхнее веко, провисает нижнее веко и формируется большое количество гусиных лапок, что нам совершенно не подходит. На этом же занятии мы займемся носиком. Никто не занимается носиком. А нос – это место, куда стягиваются все вектора деформации, возрастной деформации лица. Соответственно, мы разберем с вами волчьи морщины, мы сделаем так, что наш нос перестанет быть хищным носом возрастной женщины. Как это? Вот так это. Нос, есть ощущение, что удлиняется всю жизнь. На самом деле это точно не так. Наша задача сделать так, чтобы ваш носик был такой же, как в 25 лет. Наша четвертая встреча будет посвящена носогубным складкам. Именно носогубные складки – это то, что способно добавлять возраста, и добавлять возраста, и добавлять возраста. Носогубочки есть и у деток, но они идут более горизонтально. Если же ваши носогубки начинают провисать как усы, это значит не возраст, это значит ослабло щечное полотно, и оно требует корректировки. Это значит, начинают стремиться друг к другу скуловые косточки, и они требуют корректировки. Это значит, ваш рот, а именно ваша круговая мышца рта, начинает сворачиваться в дудочку и тянет на себя носогубки. Это значит, что вам точно пора заниматься средней частью лица, и у вас точно будет результат. Предпоследнее занятие, предпоследняя встреча будет касаться овала лица. Это самая изломная тема, потому что не так нас портят морщинки, как обвислости овала лица. Посмотрите на себя между двух зеркал, и вы увидите, как вас люди воспринимают в профиль. Пора этот профиль немножечко подредактировать собственными руками. Овал лица – это самая нижняя точка вашего лица, куда, к сожалению, скапливаются все застойные жидкости. И кровь до конца не выводится, и лимфа. И эти жидкости довольно токсичные, поэтому пора сделать вот такую вот генеральную уборку на территории тканей вашего лица. Также у нас будет шестое занятие, более подробно вы о нем узнаете непосредственно на курсе. Вот так много работы, мы прорабатываем абсолютно все точки вашего личика. Соответственно, мы рассчитываем на то, что вам начнут делать комплименты. Мы обязательно сделаем фотографию до и сделаем фотографию после. Нажимайте на кнопочку «Заказать», для того, чтобы мой менеджер мог с вами связаться и уточнить время, когда вы можете заниматься. А результаты, которые получают наши студентки, вы можете посмотреть немножечко ниже. До новых встреч! Я в вас верю, у нас с вами все получится, потому что мы с вами идем в очень правильном направлении. Пока!